Сейчас на этой сцене уже появился коллектив, который называется Folk Band Колокол. Они работают вообще во многих направлениях. Это фолк, фьюжн и в самых разных стилях. И джаз, и фанк, и этнохаус. В их репертуаре есть песни собственного сочинения. Также они берут известные народные песни. В общем, что я говорю? Ведь опять же, про музыку не надо разговаривать. Музыку надо слушать. Поэтому меньше слов, больше дела, друзья. Поэтому давайте встретим громкими аплодисментами Folk Band Колокол! Поехали! Ура! Спасибо, друзья. Ну что, правильно, музыку надо еще одной свадебной песни. Заводите, ребятки. Приготовили свои ладошки. Пиу, 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 п
чужую сторону, девку красную, несогласную. Спасибо, друзья! В нашей песне девка красная есть, и она вполне согласная. Ребята, следующая песня — это настоящая лирическая жемчужина русского народного творчества. Она называется «Ой, Туды, гора». Слушайте и наслаждайтесь. Блин.
тебя ни кола, у тебя ни двора, только один куст калины. Спасибо. Наша программа продолжается. И в следующей песне мы узнаем, на ком же и когда женился старый-старый бородатый дед. Поехали, друзья! Ванюшки, я думаю, что и не один, но это для вас. Ну и, конечно же, для вас, дорогие.
шапочки, шубнички, ланочки, сапожечки, плотнички, шиновала, пеновала, чинги, пустовала, бабочка, лице, Иванова, черенца. Да, ребятушки, молодцы!
без веника. Будешь брать и париться, можно и запариться. Веники, 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 да попечи вариться. Спеши обрываться. Говорила, как говорила, я Габриле говорила, как говорила, как говорила, я Габриле говорила. Сударушка высушила, без морозы, без ветра, сердце запил. Ох, это ранен, ты за что любишь Иван? Ох, ты за то люблю Иван, что головушка царя. Ох, ты борушка порань, ты за что любишь Иван? Ох, ты за то люблю Иван, что головушка царя. Фолк бэнд Колокол, спасибо вам, друзья! Спасибо, ребята! Фолк бэнд Колокол! Друзья, давайте искупаем артистов ваших аплодисментов. Это же было невероятно круто! Ребята, это все вам! Небольшие подарки от нашего первого фолк-феста 2022, друзья! Да, пожалуйста. Уважаемые наши дорогие друзья, уважаемые группы, участники нашего фестиваля, на протяжении двух дней вместе с нами на этой площадке Вячеслав Макар. Мы хотим сказать вам огромное спасибо и тоже подарить наши фирменные подарки фестиваля. Вам спасибо всем большое, приезжай отдыхать теперь, а не работать. Спасибо большое, мне очень приятно, спасибо. Это правда, я действительно очень хочу вернуться в Суздаль, чтобы отдохнуть и насладиться полностью традициями природы. Друзья, я напоминаю, что буквально через 10 минут состоится выступление потрясающей группы. Они смешивают все жанры, фольклорную музыку с электронной музыкой, хип-хоп, неоклассику, инди-поп, поэтому вы должны это видеть. Сегодня уникальный день. Я напоминаю, что это первый фолк-фест 2022. Это исторический момент, и сегодня мы все вместе его как зафиналим, как затанцуем и получим искреннее удовольствие. Буквально через 10 минут на этой сцене группа Зета Светана, поэтому никуда не уходите. Через 10 минут мы отправляемся в невероятный полет наслаждения. И помните, мед в ваши уши скоро музыкальный поступит обязательно. Через 10 минут вернемся здесь.